Привет. Здравствуйте. Так, бутышки, да? Вызываем бутсы. Сегодня тесты. Ветровичок. Мы все самые быстрые с конца. Ага. Вот. Как в прыжках, так и здесь. Да. Мы всегда первые. Мы вратарей перепрыгнули вообще. Первые с конца. Я даже впервые тебя, да, с конца буду? Почему? Мы все одинаково же прыгнули. А, прыжки сейчас одинаково, и, да. Сейчас и пробежим одинаково, походу. И пробежим отлично. И пробегайте, это 60 метров. Угу. Сразу после финиша не тормозите резко. Там будут синие фишки, это некий коридор. Пробегайте спокойненько, там завершайте. Сейчас разминку посмотрим. Без команды, просто можно. И на нас не смотрите, да, и поехали. Может, все. Без тапок, без команды. Это пробная разминка, это просто разминка. Сейчас разминка, сейчас вы просто... Я поняла. Без команды, просто подходите, можно, и сами, да. Отстой. 8.78. Вы просто быстрые, или вы медленные? 1.90. 3.25, 4.50, 5.79, 8.41. И, о, хорошо, входим, о, 2.10. Я могу, здорово, за сантиметр улетело подальше. Сейчас... Рекордсмен, да, получается? Татьяна, да? Да, Татьяна? Ага. Можно. Ой, хорошо, отходим. Бегай сразу. 2.11. Ой, хорошо. Аж колено в шоке. 20. Вот это как-то у меня, да, все по-странному вообще. Ладно, сначала вас усыпляю, типа все плохо. Можно? Не надо, она, не надо. Она на 10-й раз, она на 10-й раз очень хорошо прыгает. Ага, да, мне надо еще раз 5, если надо попрыгать, тогда нормально. Хорош. 2.13. 1.94. Да, очень быстро старт, очень быстро постараться оторваться и все, и просто улететь. Прощаемся, еще не все. Хорош, вот, наконец. Нормально. 2.10. Можно. А у меня это что? У тебя спринт хуже, у тебя ты начала ногу переставлять. Зачем ты здесь в самом начале на старте? Из-за этого ты еще хуже тормозил. Да. Да. 8-0. Мы никуда, мы потом еще раз подтянемся, если вы выходите на место. А что-то написали. Все в коридоре на 4-м этаже. А что? Пьем. Пьем? Пьем. Пьем. У меня даже сразу подключилось. Надоел ты?
ладно. На примере тебя. Интересно, на какие уровни считают? Как получилось? Ну, на яркую так можно. Это я бы ее отдала первую. Я бы ей вообще статуэтку подарила. Самой милой девочке. Спасибо. Женской футболе. Че шепчешь? Я слышала. Сколько у тебя всего пар будет дома? 5, наверное, или 4. Ну, в общем, много. Водичку забрали уже, девчонки? Таня, Марина. Да, мы же на дальних там. Так, первый, 12-й и 21-й, да? Угу. Thank you very much. Таня, а цвет имеет значение? Все вам расскажи. Честно скажи. А цвет формы зависит от того, как? Какой у тебя любимый цвет формы? Я люблю яркие цвета. Поэтому бутсы яркие. И форма яркая. Отсюда набрасываем, а вот отсюда бьем на прием. Хорошо. И в обратную сторону, и уже реагируем по мячу. Вправо, влево, противоход может быть. И важность. Важность позиции остановиться. Зеркально. Хорошо. Я побросать. Позиция позволяет мне как можно больше пространства. Я один. Сюда, вам рядом. Сюда. Раз. Хорошо. Чуть-чуть остановись раньше. Чуть-чуть раньше. Раз. Позиция. Вот. Сейчас, Таня, да, вот похожая ситуация. Не похоже. Возврат. И то же самое, да, получилось, спина и долгое движение отсюда, сверху вниз. Поэтому держите плечи чуть-чуть впереди, всегда рука будет вниз, и плечи вниз. Меч летит. Вот он рикошет, любое действие, вот он может прыгнуть и не так сильно идет. Как вот максимально быстро добраться до него? Вот он в угол, далеко. Ну попробуй. Добежать? А, добежать нет времени. Бег это достаточно долгое движение. Приставной тоже. И получается за счет только широкого шага. И получается. Мы занимаем позицию. Мы сейчас поработаем. Я буду бросать рукой. И получается. Шаг, бросок. Готово? Оп! Ай, здорово. А еще попробуй шажок. Сана, вот мелкий приставной. Пошел. Оп! Ай! Хорошо. Хорошо, супер. Раз, вот когда есть время. А вот когда нету времени. Сейчас, если я начну сейчас сильнее бросать, вот этот эпизод, когда нету времени. И получается. Но если вы меня обманете, я никак не успею. Ну, типа, это такое расстояние близко. Да, а в чем это происходит? Когда футболист бьет головой, ты понимаешь, куда летит мяч? Нет, но... Когда футболист бьет в лед. Ну он же не делает вот так, а потом вот так. Я бью сюда, идет рикошет и в противоположную сторону. Бегай! Рано, Таня. А ты видишь, что она бежит, да, ей в зону. Фланговый, раньше времени, не забегаем. Вы должны мяч догонять, а не ждать. Здесь просто надо научиться управлять своими эмоциями. Что вот меня не заводит, и я вот там начну сейчас стелиться. Это хорошо, что есть характер, это есть хорошо все. Но вопрос к тому, что находите место для его применения. Вот здесь проявляйте свой характер как бы больше в качестве. В качестве действий, в качестве отбора, в качестве обыска, в качестве приема, в качестве передачи, удара и всего прочего.